Сумка мамы – это что-то. Сейчас я вам все покажу. В моей сумке есть и обычные вещи. Водительское удостоверение, кредитка, аптека, другие 5 аптек. Теперь ключи. От моей квартиры, от маминой квартиры, от гаража, в котором я не была лет 5. Чеки, еще чек. Запасная детская одежда. Игрушка. С меня хватит. Никаких больших сумок. Мне это все так надоело. Я сегодня вечером иду в театр, потом на ужин в ресторан, поэтому с собой беру только самое необходимое. Берем тушь, изгиб, объем, удлинение. Малышка, я тебе не пожарная станция. Вот тебе держи, это будет гараж для твоей машинки. Мама очень занята, маме надо записывать блог. Изгиб, объем, удлинение, уход и разделение. И больше ничего не нужно. Но это мне тоже пригодится. Ничего лишнего, и мне не стыдно. Делись своими историями в соцсетях с хэштегом «И мне не стыдно».